На этой улице все, что удалось спасти от воды, теперь развешено на заборах и разложено по дворам. Специальная комиссия уже оценила нанесенный стихией ущерб. Денежные выплаты пострадавшие получат в течение 2 недель. Федеральные деньги обещают от 50 до 100 тысяч на каждого человека. На каждого? На каждого. А на каждого, извините, на каждого прописанного? Да, на каждого прописанного. Угу. Сколько не прописано, все получат деньги. Это только за дом. А губернаторские, там и имущество, и потопленные огороды. Там до какой? От 10 до 25 тысяч. За подтопленный огород выплатят 10 тысяч рублей. Если затопило еще и дом, дополнительно 25 тысяч. Деньги пострадавшим от наводнения действительно необходимы. Когда вода начала прибывать, хозяев дома по Матросова 4 на месте не оказалось. В итоге пострадала новая техника и недавно сделанный ремонт. Горожане рук не опускают, еще и потому, что в первые дни их в беде не бросили. На нашей улице очень инициативные люди, которые звонили, постоянно сидели на телефоне. Вот мой сын звонил, и вот соседка наша постоянно. И как бы выбивали. Пришел депутат, депутат тоже помог нам, Селезнев. Как-то какая-то была с ним связь. А потом приехали МЧСники. И вот сейчас у нас на улице, посмотрите, даже, ну... Чище, чем было, в общем-то, потому что весь этот хлам все эти МЧСники хабаровские вывозили. Глава администрации ответил на все вопросы жителей улицы Чкалова. Каждый из соседей может рассказать свою историю столкновения со стихией. Сейчас самое главное – успеть подготовиться к холодному времени года. Поэтому основные силы решено направить на то, чтобы положенные пострадавшим деньги вовремя дошли до получателей. Анна Клыга, Антон Войцеховский, Телемикс.